Ничего лучше мыла человечество не придумало. Как работает мыло? Оказывается, молекула мыла зацепляется за одной стороной за воду, другой стороной за жир. И в том числе за белок вируса. И начинает его тянуть, и вместе с водой все это уходит. Вот так работает мыло. Чисто тупо механически. Крючками зацепляется за жир, за грязь и уносится в канализацию. Мы пока пишем сценарий про при этом атмосферу. Мы обсуждаем разные штуки. Например, почему нельзя мыть яйца? Оказывается, чтобы не раскидывать бактерии по всей кухне, бактерии из жопы курицы, которая оседает на яйцах, их не нужно мыть. Нужно раскалывать и сразу делать себе яичницу. Она... Яйца мыть можно. Вот. А свои яйца нужно мыть с мылом. Так, всякая херня с них улетает в канализацию. Отвечая на самый популярный вопрос, когда же выпуск про сон? Мы выпускаем, ой, то есть мы работаем сразу над тремя выпусками одновременно, в том числе и со сном. Он уже написан частично, потом будет несколько этапов проверки у экспертов, работа с экспертами, и нам нужно где-то месяц, еще полтора, чтобы его закончить, потому что хочется сделать очень жирный выпуск про сон, объяснить с разных сторон и все нюансы. Так что нужно подождать. Все. До завтра.